Платить за учебники родителям ноябрьских школьников больше не придется. Об этом заявила начальник городского департамента образования Надежда Гудкова. Она отметила, что для школ закуплено 38 тысяч комплектов. Сумма покупки превысила 9 миллионов рублей. Еще около 2 миллионов ушло на приобретение художественной литературы. Таким образом, учеников на 100% обеспечат учебниками. И, как подчеркнула Надежда Гудкова, в будущем учебном году не в одной школе с родителей на эти цели денег брать не будут. Исключение может составлять только учебная литература для элективных курсов. Добавлю, по словам начальника департамента, некоторых школьников также обеспечат учебными тетрадями. Речь идет о первоклашках и детях льготных категорий.